Вот дети концерт будут говорить. Сегодня 28 апреля 2019 года. Вот кто мог ночью пришли. Наши сестры дорогие тут все приготовили. О, как шикарно одеты. В некотором царстве, в далеком государстве, жил-был король. Однажды до него дошла весть, что в мире существует какой-то необыкновенный и великий праздник. Пасха! И король очень хотел узнать об этом празднике. Пасха и объяснит мне свои знания, того я награжу по-королевски. Ваше Величество, народ собрался, чтобы рассказать о Пасхе. Запускай их по одному. Футболист, заходи. Я знаю, что такое Пасха. Пасха – это праздник всех футболистов. Пасха происходит от слова «пас». Что-то мне подсказывает, что ты глупости говоришь. Ага, денег захотел, а заложь королю в темницу не хочешь? Нет, я лучше домой пойду. Ваше Величество, прикажете его догнать? Да нет, ты его уже не догонишь. Знаешь, как футболисты быстро бегают? Иностранец, заходи. О, мой король, любимый господин, я знаю, что такое Пасха. Пасха – это когда вся природа просыпается от долгой зимы и наступает весна. На нонако языке это звучит «паске», поэтому этот праздник всегда празднуется весной. И где это написано, и когда, и что это за язык такой? Это не важно, мой дорогой, это не важно. Просто надо праздновать, и все. Ну и как именно нужно праздновать этот праздник? Это тоже не важно. Нет, так дело не пойдет. Это не важно, то не важно. Уходи прочь. Хорошо, башку не оттяпали. Лавочник, заходи. Я знаю, я ездил, я видел. А чем вы даете награду, золотом или серебром? Да как ты смеешь такие вопросы королю задавать? А ну-ка быстро говори все, что знаешь о Пасхе. Пасха – это праздник яиц. Все должны красить яйца и биться ими друг от друга, побеждая тот, у кого самое крепкое яйцо. Православные. Ну и зачем их красить? Они не крашеные, очень вкусные. Ну, просто надо красить. Я не знаю. Ну тогда уходи прочь с ними яйцами. Пекарь, заходи. Ваше Величество, я точно знаю, что Пасха – это праздник кулича. В этот день все пекут куличи и ходят друг к другу в гости. Кулича? Получается, если я захочу поесть кулич и сходить в гости, я должен ждать этого дня целый год? А если я в другой день поем кулич, это тоже будет Пасха? Ну, этого я не знаю. Тогда иди прочь. Не убедил, не доказал. Как странно, люди придумывают праздники и традиции и не могут объяснить их смысл. Ваше Величество, есть еще один. Зови его скорей. Человек с книгой, заходи. Мир вам. Прежде чем я расскажу вам про Пасху, разрешите спросить, откуда появилось все на земле и как появился человек? Ну, конечно же.
процессе эволюции. Ваше Величество, тогда получается то, что вы произошли от обезьяны. Что? Я король, да мне от обезьяны нельзя. Спокойно. Я предлагаю такой вариант. Господь создал небо и землю, и все-все-все. Но самое главное его творение — человек. Но люди не захотели выполнять заповеди Господни и начали грешить. Они должны были умереть. Тогда Господь отдал своего Сына Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Бог отдал своего Сына? Да, Иисус Христос, Сын Божий, безгрешный, умер на кресте и воскрес в третий день. Именно этот праздник, в этот день люди, православные христиане, празднуют праздник Пасхи. А что означает это слово «Пасха»? Это слово означает освобождение, исход, очищение. Люди в этот день избавились от греха, от рабства и его плена. Ну и как ты можешь доказать свои слова? Все, что я сказал, записано в этой древней книге святыми людьми. Они писали эту книгу много столетий. Хотите, я вам ее подарю? Да-да, конечно, я обязательно прочту ее и издам указ, чтобы в моем королевстве праздновали только этот праздник — воскресение Иисуса Христа. Христос воскресе! Воистину воскресе! А мы тебя нарекаем королевой, а не королем. Чудо выше всех чудес, Христос воскрес! Смерть ушла и страх исчез, Христос воскрес! Хоры ангелов с небес прославляют Божий крест. Христос воскрес, воистину воскрес. Христос воскрес, воистину воскрес. Среди мертвых его нет. Христос воскрес, воздвигнем над миром крест. Христос воскрес, видишь гроб его пустой, и Иисус Христос живой. Христос воскрес, воистину воскрес. Христос воскрес, воистину воскрес. Нас Господь от смерти спас, Христос воскрес. Царство Божье среди нас, Христос воскрес. Кричит, царствует любовь, Христос воскрес, воистину воскрес. Христос воскрес, воистину воскрес. Почему все эти люди собрались сегодня тут? Почему они сегодня торжествуют и поют? Потому что этим утром много-много лет назад Иисус воскрес из гроба, победивший смерть и ад. Он пришел на землю с неба для спасения людей. Возлюбил он сильно-сильно всех, и взрослых, и детей. Говорил он правду людям, призывал к добру их всех, чтобы к Богу обратились, перестали делать грех. Почему ж его распяли люди грешные тогда? Неужели не узнали в нем Спасителя Христа? Потому что эти люди не поверили Христу. Им не нужно было света, ведь они любили тьму. Для того страдал Спаситель, чтобы грешник мог прийти и в крови его пролитой очищение найти. И сегодня торжествует хор земной и хор небес. Ободрись же! Укрепись же, бодрым будь. Христос воскрес! Воистину воскрес! Воистину воскрес! Машенька, читай. Галя, как начинается у Маши? Я маленькая детка, я кого и хочу. Я кого по телевидению, я его люблю. Теперь ты глава Спаситель на воскрес. Он сделал это, чтобы мы радовались здесь. Господь нам утешение, сказал слова мифа.
Я верю совершенно, и евангельские слова пророчества. Пророчества сбылись, и люди радуются, словно дети. Христос воскрес, Христос воскрес, чтобы все могли спастись, и чтобы вновь жила любовь на свете. Аллилуйя. Аллилуйя. Голгофа опустела, темнеет небосвод. Свершившее свое дело, жилище шел народ. Ликует сил ада, зло царилось вновь. В пещере среди сада погребена любовь. Покривален камень гроба, поставлен караул. Греховную свободу народ себе вернул. Победы наслаждаясь, никто не понимал, что ангца, спиная себя, он убирал. Убить жизнь невозможно, невозможно, коль это жизнь здесь Бог. Воскрес Христос как должно, как сам он нам предрек. И в этом воскресенье всей нашей жизни цель. Восстанем мы из тени, открывшим небо дверь. Аминь. Молодец. Какой у тебя акцент хороший еще. Повсюду благодать гудит, и всех церквей народ валит. Заря глядит уже с небес. Христос воскрес! Христос воскрес! С полей шнят покров снегов, и реки рвутся из оков. И зеленеет ближний лес. Христос воскрес! Христос воскрес! Уж просыпается земля, и одеваются поля. Весна идет полна чудес. Христос воскрес! Христос воскрес! Сколько у нас французов в поле, слава тебе! Приятно так слышать. Божьей благодати вам желаю, дому вашему добра. С Пасхой вас поздравляю. Пусть живет в спокойствии семья. Пусть Господь вас защищает, вечно ваш покой хранит. От любых невзгод оберегает и ваш дом благословит. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Спасибо, Христос. Подскажи, Тимур, какую-нибудь казацкую тут пели, ну, спой на праздник-то. Там или про коня, или не для нас, не для меня. На полный голос только пой. Пусть стены потрясутся. Эта песня
любимая песня Насти Дропот. У нее папа казак, и она говорила, что это ее самая любимая песня. Ой, не для меня придет весна, не для меня Дон разольется, и сердце девичье завьется с мосту, ургом и чувств не для меня, не для меня придет Пасха, за стол родня вся соберется, и слезы горькие прольются, Пасха, аленый день не для меня. Ой, не для меня журчат ручьи, в долине роща расцветает, там соловей весну встречает, он будет петь не для меня, а для меня кусок свинца. Он в тело белое вопьется, и слезы горькие прольются, такая жизнь, брат, живет меня, и слезы горькие прольются, такая жизнь, брат, ждет меня. Христос воскрес! Не дай Бог, не дай Бог. Ну, прохоняй сейчас, пой на память. Александр, где Галина? Галина Александровна, прошу вас. У меня слов нет. Да. Давайте. Галина, прошу. Давай. Да, дайте, я слова нужна, у меня слов нет. Лена, пока, давайте, вы пока готовитесь. Хорошо. Лена выступит. У меня тут такая предпасхальная радость была, потому что причастились, исповедовались, да, и Поля села уроки делать. Говорит, мама, ты не пой, я посуду мою, всегда пою песни. Я начала посуду мыть, и меня, ну, чувствую, сейчас порвет моментально. Прям перчатки только успела скинуть, написала. Буквально минуту, вот ни исправления, ничего. Надеюсь, от Господа. Пусть мне уже немало лет, в душе моей весна, любовь лучом пронзила грудь, и сердцу не до сна. Она звонит в колокола, и я всегда пою, пою Спасителю Христу, ведь я его люблю. Унынье прочь, сомненья вон, и это мой девиз. На благовестие иди, не опускайся вниз. Дух Божий огненной рукой натянет тетиву, бегу, пою, лечу стрелой и потому живу. И вот еще ночью проснулась от того, что стих пишу другой, после этого, немножко шуточный, не сочтите. За грех. Да. Я ожиданием томлюсь, когда наступит час, и в рай меня Христос возьмет на вечность, не на раз. Но поглядев по сторонам, на дочку, на родню, душою понимаю я тоже их люблю. Кто дочку в церковь отведет, ей Библию прочтет, кулич на Пасху испечет, к молитве призовет. И мужа надо покормить, бельишко постирать, полы все в доме перемыть, уроки проверять. А за окошком огород, само там не растет. Нет, надо мне повременить с отлетом в небосвод. Таков ответ у Павла был, но в Павле жил Христос. А я пока сама живу, мой статус не дорос. Люблю поесть, слегка поспать и прочие дела. А хочется ведь в рай попасть, пока не умерла. И Павел как бы мне кивнет, смотри, не унывай, свою надежду на Христа, на Бога возлагай. Что человек не может сам, ему поможет Бог. И в рай тебя введет он сам, когда настанет срок.
Ну и спою, раз уж я вышла. Пасхи я написала песню после рождественских вот праздников. Там февраль начался, я думаю, надо к Пасхе готовиться. И я, как сказать, помолилась Господу, и родилось у меня такое. Думала, сама музыку написала. Я обычно музыку выбираю, которая мне понравится, на нее стихи пишу. А тут стих написался, а потом начала напевать. Думаю, ну ничего себе, какая у меня музыка-то еще хорошая. Я еще и думаю, мало того, что писать начала стихи на старости, теперь еще и музыку сочинять в композитору ударилась. А потом думаю, что-то не мое вроде бы. Где-то слышала и вспомнила, что когда-то еще в юности фильм «Офицеры», я зашла в интернет, посмотрела, очень похоже, но у меня припев маленько по-другому. Рафаил Хазак написал, или Хозак, я не знаю, как правильно. Солнце правды души жених, мне на помощь с небес приник, чтоб от ада меня спасти, к небесам душу возвести. Ты веди меня той тропой, где бы ты был всегда со мной, чтобы руку мог мне дать, от греха удержать, чтобы руку мог мне дать, от греха удержать. Помоги мне, Спаситель мой, чтоб любовью во мне живой загорелась моя душа и других к тебе привлекла. Если будет тернист мой путь, помоги с него не свернуть. Все мне дай преодолеть, чтоб в огне не гореть. Все мне дай преодолеть, чтоб в огне не гореть. Для тебя и для меня он воскрес, чтобы нас принять в объятия небес, чтобы вечность нам с тобой подарить, чтобы мы могли с Иисусом там жить. И любовью своею святой напоял он там дух твой и дух мой, чтоб всегда нам вместе петь аллилуйя вовек, чтоб всегда там вместе петь аллилуйя вовек, чтоб всегда все вместе петь аллилуйя вовек. Воскрес! Так, ну, кто там даже зайти? Ну-ка, узнай. После таких певцов у меня, конечно, будем славить Бога. Иду ночью в поле с конем. Ночкой темной тихо пойдем, мы пойдем с конем по полю вдвоем, мы пойдем с конем по полю вдвоем. Ночью в поле звезд благодать, в поле никого не видать, только мы с конем по полю идем, только мы с конем по полю идем. Сяду я верхом на коня, ты неси по полю меня, по бескрайнему полю моему, по бескрайнему полю моему. Дай-ка я разду посмотрю,
где рождает поле зарю. Ай, брусничный цвет, алый на рассвет, али есть то место, али его нет. Полюшка мое, родники, да не деревень огоньки, золотая рожь, да кудрявый лен, я влюблен в тебя, Россия, влюблен. Будет добрым год хлеба ров, было всяко-всяко пройдет. Ой, золотая рожь, ой, кудрявый лен, ой, о том, как я в Россию влюблен. Ой, золотая рожь, ой, кудрявый лен, ой, о том, как я в Россию влюблен. Спаси Христос. Спаси Христос. Еще могли бы про, слышь, про Иегову спеть. Сейчас. Давайте про Иегову где-то. Позови, пускай дети споют. Порадуют. Мы подготовимся в следующий раз. Ни слов, ни это, запутаемся сейчас. На минуту. Не хотим, не знаю. Владимир, вспомни нам что-нибудь, да? Я не готова. Ну, что это, у вас такая лампочка на этом светит вообще прям. Лампочка, да, она там где-то выключается, Сергей знает. Можно по стихам Игнатия Тихоновича спеть. Пришла весна и лопаются кучки. Сережа, может, поем? Может, День Победы? Можно и День Победы. День Победы. Давай День Победы. День Победы. Где слова? Где-то были клеены. Сказала. Давай, да. Раз так не начинаем. Слова клеены где-то были, да, писаны? Я же благодать чистая, Дева, радуйся, и Патриарху радуйся, твой сын воскресе три дни над гробом, и мертвые воздвигнувые люди веселитесь. Светися, светися, новый Иерусалим, слава Богу Господня на тебе воссиял. Ликуй ныне, веселися, Сионе, ты же чистая, красуйся, Богородице, а восстанье Рождество твоего. Христос воскресе! Воистину воскресе! С миром Божьим по домам! Спасибо, Христос! Оставайтесь, это, кто молодежь, давайте быстренько приберите, помойте.